Третий на небе! Это бот. Самолет! Я сваливаю отсюда! Через. Ой, иди ко мне, родимый. Да я тебе сейчас пизды дам. Сейчас погоди. Но... Я бегу к ним. Я бегу к нему. АГС. Да, АГС. Убил? Да. Причем котов будем прыгать? Я бы лучше слева бы пошел. Пойдем. Понял? Через стройку. Да, через стройку. Да, слева. За ГСом нет никого. Ой, блядь! Ну пизда. Видел? Убил. Гранату только кидаю. Еще есть? Да, там двое вроде было. Внизу прям? Ебать, а я не вижу его. Блять, у меня кровоток тяжелый. А где он? За камнями? В ямке лежит. Блять, еще кто-то стреляет. Я у тебя за спиной бегаю. Да. А там же, где первый? Да. Убил ты его? Ага. Или я убил? Гранатой, может быть. А нет, тобой. Бля. Слушай, меня издалека еще стреляли откуда-то. Да, я понял. Где, не вижу. Он, блядь, ушел. Откуда мы пришли? Кровоток дал мне. Снайпер. Я понимаю, что... Блядь, сейчас мы нахуй в этой яме. Надо уходить отсюда. Да. Запустался? Секунда. Давай того пойдем обойдем, ёбнем. Все. Сука, шиться надо. Снайпер откуда-то, откуда мы пришли, да, ведь был? Нет, снайпер уже слева. Блять, я жетоны не забрал. Да сейчас заберем их, блять. Да ёб, добрый вечер, добрый. Собираем? Блять. А так это... ГЭС. Так ГЭС стреляет. Блять. Чё такое? Да он кровоток мне и живот выбил. Бляк, полежи. Я ищу тут типа. Так это ГЭС, получается, стрелял по нам. Нет, по нам стрелял не ГЭС. Я шьюсь, мне вообще пиздец. Я тебя понял. Я ищу тут его.
Чё-то ёбу, как у тебя дела с квестами, рассказывай. Бля, я мог типа-то, кстати, сбрить, там тело какое-то валялось, блядь. Да, я сбрил своего. Ты где? Ты назад вернулся? Да, да, да. Я тут на горочке. Откуда мы пришли? Прям, короче, около арки. Я понял. Я туда, в ямку, попробую сейчас зайти. Обратно. Блять, ну надо сшиться. Бля, может, на туре это ГЭС в нас стрелял? Мне так кажется, что это ГЭС, потому что, блять... Короче, я похуй, я шьюсь. Мне поебать. Забросил Тарков полностью по работе. Такое врал нарисовали. По-русски, хуй ты мамин, блядь. По-русски говори, блядь. Что, мама, не горюй? А, ну, правильно. Точно, точно не ГЭС. ГЭС нас в этом месте не видел. Да, блядь. Да, у меня тут, блядь, клиент нахуй. Убил? Убил. Хорош. Ну-ка, блядь, пушку покажи. Да, это он стрелял. А ты сейчас слышал стрельбу? Да, это... Танки. Санка, да. Я нашел снайпера, все. Который по нам... Да, я убил. Смосинка тел. Чел. Прыгай. Ага. I believe I can fly. I believe I can fly. Уи, смотри, ноги сломаю. Сломал? Да. Можно стройку зачекать. О, квадрат перекрёсток, да? Да. Я подбегаю. Нет, нет, мы здесь квадрат идем. Я на квадрате уже. Бегу через левый план. Эй, земляк, мы стрелять не хотим, мы так наблюдаем. Да иди нахуй. Ты потом в будку закидывай. Туда грену прокинул. Я на кольце сел. Я около бетонки. Вот ты где? Бегу к вам кольцом. Откуда? А, кольцом? Кольцом. С стороны гаража там есть враг. Контри дырку из гаража, которую там заход. Эй, земляк, мы стрелять! Гаража. Ай-яй-яй-яй-яй. Тихо. Мне руку оторвало. Одного убил. Еще на дороге есть. И в будке, по-моему, еще был. Вижу его. Подбежал к времянке. У меня патроны кончились во всех стволах. Двое там было. Пиздец. Так я, ты когда куда-то двигаешься, ты хоть говори. Ю. Я же тебе сказал. Ну, то, что ты к тигру сказал, это я слышал. Ну. А после твои движения... После, когда уже Андрюк на меня вышел, говорит, я дальше пошел, все. Они внутри, скорее всего.
То куда, а я посъеба. Чё, обосрался? Ты где? Грудь отхиль. В спину просто, понимаешь, как начали наваливать. Я двоих вышел. Да, я их убил, и вот еще один, короче, тут был. Но я же не мог его гранаты вдалеке взорвать. Я понял. А, да ну нахуй! Вот он, блядь, я его гранаты взорвал. Я налево. Бат. Да ладно, да ладно. Он тебя убил? Блядь, да. Грену только ты кида. Брод, ебать. Обхожу левее. Давай, я чекаю это. Принесли в голову. Пошел нахуй. А где он был? Дал ему за забором. Да где кольца, блядь? Не, он левее. Левее. Вроде убил его. Убил? А убил, да, обоих. Так, со штакета ты все забрал? Шлема и наушников. Сейчас заберу. Два типа. Ой, да это пиздобол. Один за деревом, один левее. Забей просто. Ну это пиздец, я ему ебало даю 4 патрона в ТП-шке, он не умирает, ну какого хуя? Один за дерево, один за времянкой, да, был? Да-да-да. Гус ливнул, что ли? Нет-нет-нет, я здесь. Один был за деревом, возле времянки, которая вот ближе к дереву. Угу. Дерево ближе к тебе. Второй на дорогу ушел, налево. Но их тут нет. Когда я еще живой был.
Что, надо? Да тихо ты, блядь. Сюда, блять.